Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос. Ну, как вопрос, текст. И, собственно, первое, на что хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаете никакого вопроса в своем тексте. И непонятно, чего вы хотите от психологов. Чтобы мы подтвердили или опровергли то, что говорите вы, например. Ну, вы знаете, я думаю, что вот если говорить именно о том, о личном мнении, то мне представляется так, что мужчина, он, в общем-то, довольно взрослый, да, и он знает, как свою дочь, наверное, воспитывать, и, соответственно, если он считает, что она должна спать с вами в одной постели, если он считает, что это нормально, то вряд ли, опять же, вряд ли вы можете это изменить, потому что у него, как у отца, скорее всего, есть определенное, знаете, определенное чувство вины, скорее всего, у него есть чувство вины, потому что, очень часто родители испытывают чувство вины перед своими детьми, которых они оставили из-за того, что не выполнили, мол, свой долг родительский. Ну, к этому относиться нужно спокойно. Не нужно считать, что это что-то плохое обязательно. Просто если вам не нравится, если вы считаете, что что не должно так быть, как вот есть сейчас. Если вы считаете, что не должно так быть, то нужно об этом сказать мужчине. Спросить его, во-первых, о том, почему он вообще так вот ситуацию сделал. Почему он ситуацию так поставил, что его дочь с ним спит. И с вами тоже. Вот. Нужно вот как-то разобраться с этим в позиции мужчины именно. В позиции мужчины. И донести до него свою позицию. Вашу. Постараться это сделать, по крайней мере. И постараться нас ждет вместе выработать какую-то общую стратегию, общую модель поведения, чтобы и вам было хорошо, и чтобы ребенок не страдал, и так далее. То есть в любом случае не получится так, что будет, например, только ваше мнение учтено, да, и все. В любом случае так не будет. Либо будет учтено ваше мнение, мнение обоих, либо вообще
мнение, ничьё мнение не будет учтено, понимаете? Поэтому я думаю, что вот так можно ответить вам на вопрос. Кроме того, до 5 лет, ребенок, он не должен слышать «нет», он не должен слышать отказы. До 5 лет ребенок это, очень зависимое существо от своих родителей, и с психологической точки зрения, именно с психологической точки зрения, нельзя ребенку отказывать, это будет его травмировать. И впоследствии это негативно скажется на отношениях, допустим, на его отношениях там с родителями, грубо говоря. Вот. Поэтому, может быть, отец знает это, и поэтому позволяет ей это делать. Но в любом случае, она недостаточно взрослая, чтобы спать самостоятельно. И здесь позицию отца я понимаю. Я не сказал, что я соглашаюсь с ней, я понимаю ее. Вот. Вам нужно донести свою позицию. Грамотно. Без претензий. Понимаете, потому что если вы считаете, что это неправильно, это ваше мнение, но дочь-то отца, кстати, и вы можете считать все что угодно, но он имеет право, он имеет право на это. Понимаете? Поэтому если вы просто считаете, что это неправильно, ну это одно, если вы просто считаете. Вы можете считать сколько угодно, но нужно, чтобы мужчина с вами соглашался, наверное. Вот. Если вы хотите, чтобы он с вами соглашался, если вы хотите с ним все-таки быть в отношениях, если вы не хотите с ним отношения портить, то я думаю, что нужно принять его позицию. Но сказать, что именно вам не нравится в ней, в этой позиции. Что именно не нравится в позиции. Знаете, неправильно или правильно, это оценка. Это оценка. А именно, что не нравится, это разные вещи. Это разные вещи. На самом деле. Вот. Я думаю, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Вы, конечно, мало предоставили информации о себе. Хотелось бы, чтобы побольше было, чтобы больше каких-то обстоятельств было понятно. Например, сколько вы с мужчиной, наверное, меньше 2 лет. Соответственно, если вы живете вместе, почему у вас нет брака, почему вы до сих пор не замужем за ним? Есть ли у вас какие-то проблемы, именно в отношениях между вами? Понимаете, это вот такие серьезные аспекты, над которыми нужно обязательно провести анализ и поработать, чтобы выработать какую-то единую позицию, понять, где же корень проблемы. Потому что корень проблемы не в девочке. Корень проблемы либо в вас, либо в отношениях с мужчиной, либо в нем, а не в девочке проблема. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.